Итак, всем привет, вы на канале Эрик Кантона, мы проходим Tomb Raider. Мы сбили уже практически кажется, эту мне нужен еще сосуд. Статую, нам осталось последний сосуд, чтобы уже сгорела опора статуи, и мы смогли дальше переправиться, перейти с Варой. Так, тут что-то блестело где-то. Видимо, мне показалось. Что-то я не до конца понимаю. Придется вернуться позже. Кунаться было позже, бедло. Что-то не понимаю, все понятно. А что тут нужно пропрыгать? Блять. Так, стопики, стопики, стопики. Тут вообще, я так понимаю, легко. Все, бочка пошла. Здесь есть сосуды с греческим огнем. Нужно подтащить один поближе к статуе. Здесь есть сосуды с греческим огнем. Нужно подтащить один поближе к статуе. Че, монетки? Монеты нам очень нужны. Здесь есть сосуды с греческим огнем. Нужно подтащить один поближе к статуе. Так. Это подрасчистит путь. О, вот. Уже замечательно. Все. Нельзя приближать его к огню. Может прикрепить к чему-нибудь. А, блять. Если как-то задействовать воду. Нельзя приближать его к огню. Может прикрепить к чему-нибудь. А, ну понятно, нам надо с этой стороны. Блин, вот эти загадки, конечно, ребят, просто, блин. Ну ладно, хоть тут догадаться нужно. Так. Отлично. Все, он идет мимо. Он идет мимо к опоре. Все, здорово. Отлично, мы прошли. Какая-то статуя Зевса. А, то есть нам даже не дали самим запрыгнуть сюда. О боже! Thank you.
ничего. Пошли, 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 пошли. О, нет! Нет, нет! Сразу не догадался я, конечно. Оп. О, нет! Нет, нет! Чё, нет, 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 блин, нет, нет. Ну, я так понимаю, там с этими тоже воевать смысла нет. Оттуда начинать, блять, если опять оттуда, это жесть. Ну, хотя бы отсюда. Да ёкарный бабай, что ж такое-то? Так, стоп. Там вроде выступ, все просто, по прямой. Сюда надо, ну давай сюда и чё. Почти, уже почти. Да понятно, что это обычное время. А чёрт! Как всегда, куда-нибудь попадет. В принципе, долина была вот. Вот Акрополь. Выбралась. Слава богу, Лара. Ты жива-здорова. Принеси атлас в нашу обсерваторию в горах. Хорошо. Так, я так понимаю, мы сейчас с дыхательным аппаратом пройдем, правильно? Блин, передышка нужна бы, я в какой-нибудь лагерь. Что есть. Там-то понятно, блядь, были обычные люди, видимо, древние воины. Сейчас. Как началось строительство великого города Китежа? Так, посмотрим, что греческим мы чуть подучили, да, это понятно. И сундук.
Ну да, быстрее открывается. Деталь дробовика с переломным затвором. Отлично. Лара! Лара, ты все еще там? Иона, это ты? Птенчик! Ты жива, я так и знал! Боже мой! Иона, что ты тут делаешь? Где ты? Я тут наверху, в какой-то крепости. Скажи спасибо Якову. Его люди нашли меня полумертвым. Слушай, походу подстава какая-то. Подумать только, ты пришел за мной. А чего удивительного? Я же обещала тебе заботиться. Я не мог бросить тебя здесь одну. Поднимаюсь к тебе. Не вздумай оттуда уйти. Я и не собирался. Ты там поосторожней. Что-то подстава какая-то. Пахнет, по-моему, опять. Лара, я рад, что ты все еще с нами. Захватчики рассредоточились по всей долине, но мы тесним их где только можем. Если поможешь, мы будем только рады. Мы знаем, тебе можно доверять. Как мне забраться? Так, саквояжики, букашечки. Это что? Рукоять древнего. Ну, не ахти что, ну, хоть что-то. А, ну это, в принципе, вход, понятно. Так. Тут у нас какие-то документы, фрески обозначаются, это все понятно. Кто-то еще нападает на бандитов Троицы в соборе. Бессмертные, о которых говорила Софья? Если так, то что им нужно? Так, столько вопросов. Нажмите, чтобы добить обездвиженного врага. Но есть и радостные вести. И он жив. Так я и знала, что он придет меня искать. Слава богу, что люди Якова нашли его раньше Троицы. Мне бы меньше всего хотела, чтобы из-за меня он оказался в опасности. Но должна признать, я рада, что он рядом. Ну, потратил на оружие. Тоже полезная штука, нужная.
Пойдемте, в принципе, здесь сейчас никакой волны быть не должно. Иона. Здесь все свои. Ужасно выглядишь. Я уже, честно, забыл, ужасно, что такое Иона. Радостно. Я была права, Иона. И отец был прав. Святой источник существует. Жаль, что его нет здесь с нами. Он бы тобой гордился. Софья рассказала, как ты им помогла. А-а-а. Лара, Софья рада тебя видеть. Надо всей бандой идти, короче, валить твою. Яков дожидается тебя в обсерватории. Пойдем. Прямо обсерватория, блядь. Пипец, короче. Иона просто прошел. Лара всех завалила. Иона просто пошел. Ты все-таки его нашла? Строители Китежа были искусными мастерами. Здесь они сверялись с Атласом. Вот. Иона, потяни-ка за цепи. Есть. Невероятно. Наверное, они использовали его, чтобы проектировать город. Типа древние чертежи. Вот именно. Все исходит из этой точки. Значит, центр города находится под озером. Но что-то тут не так. Блять, это очередная загадка. Собор, в котором находился Атлас. Он был не на той стороне карты. Поворачивай. Стоп! Вот оно. Китеж. Загадка еще на 50% хуги, короче. Он под ледником. Наверное, святой источник там. И как нам пробиться сквозь лед? Погоди. Этот путь, он ведет в город. Собор находится там, а башня на другой стороне. Это значит, что вход в Китеж должен быть здесь. Вход в Китеж находится здесь. Ты знал. Это она! Убейте ее! Чувака спустились. О, блядь. Нам надо поспешить. Это уж что? Троица скоро поймет, где находится источник. Камень прибило. Мне надо спасти Иону. Даже ценой истины, ради которой ты пришла сюда? Он рисковал жизнью, придя сюда со мной. Я чуть было его не потеряла. Хватит. Тогда иди. Делай, что должно.
Где вы раньше были, блядь, стояли? За углом. Короче, непонятная ситуация. То есть в какой-то ситуации Лара просто супергероиня. В какой-то ситуации она не может и трех человек завалить. Все, подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. На этом сегодня мы закончим. Будем уже... Слушайте, какая картинка шикарная. Будем уже проходить это в следующий раз. Сейчас дождемся до сохранения. Если Иона еще жив, то его наверняка держат в бывшем советском лагере. Как бы мне ни претила сама мысль туда возвращаться, я не могу оставить его на растерзание троицы. А, мы сейчас опять в советский лагерь идем. Сейчас посмотрим, с чего начнется. Наверное, с какого-то лагеря. Иона, держись. Софья, ты там? Лара, ты цела? Да, я возле старого медиплавильного завода, что над лагерем. Пойду за Ионой. Я знаю это место. Там неподалеку мы устроили тайник с оружием, когда впервые атаковали Троицу. Оружие тебе пригодится. Спасибо. Лара! Лара! А ты вон и... Лара! Ответь! Кто следил за ним, похоже, со мной? Когда я видел тебя в последний раз, ты а, была... то есть они пришли Черт, Лара. Из-за него вот туда. Только попробуй мне умереть. Увидимся, когда я выберусь. Так, здесь взрыв. Так. А, слушайте, у нас сейчас будут, походу, эти... Как они там называются? Верхолазные темы. Ну-ка. Шоки, верхолазные стрелы. Отлично. Снова пропаганда. Давай почитаем. До этого были надписи, сейчас уже ничего не пишут. Ну все понятно, подписывайтесь на канал, ставьте лайки и до новых встреч.